Впереди город. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Удачи на дороге, уважаемые водители. Приглашаем вас на площадку отдыха «Орловский родник» на территории асфальтированной охраняемых автостоянки. Бесплатное кафе, домашняя кухня, бесплатный Wi-Fi, отель, прачечная, душ, родниковая вода. Телефон 8-988-988-00-01. Мы находимся на въезде из города Волгограда на 6-м километре от кругового поста ДПС «Шайбы» в сторону Самары, поселок Орловка. Будем рады вас видеть. Счастливого пути! Также любой ремонт трасс, ПСД, собрание, масло, некое, другие производители.
Видно памятник Родина Мать с мечом. Впереди опасный перекресток. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Впереди пост ДПС. Ограничение 40.
придется долго ждать. Впереди камера. Ограничение 60. Конечно, по всем улицам не проехать. Не хватит ничего. Вот. Источник Волгограда. Впереди камера. Ограничение 60. Конечно, не очень с этими отбойниками. Но что смогу. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Показал
двигаться. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 60. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60.
знаю. Есть недовольные, но не лишь они были своего государства. Нет, тут все будет посложнее. Потом вот еще какая интересная. И пусть это была тарана, которая была можно. Понятно, в канале, что там у тебя случился? Ну, на самом деле, он продолжался играть, что ли, на месте, конечно. Поломался по правому ряду, влево, и перестраивайтесь. Ну, вот это открыто, я пальбы. Ну, это вот период, мне кажется, нельзя, по сути, 90 год. И все это завершилось, показать, демонстрацию. Солнце печет. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Thank you.
Осторожно, дети. Ограничение 50. Вау.
Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди камеры выделенная полоса. Дисциплинарная комиссия и, соответственно, кадровая политика в отношении судебного конкурса стала проводиться с особым тщанием. Вообще-то говоря, работа видна. Впереди камеры выделенная полоса. Уважаемые водители, в городе Герой Волгоград по адресу улица Автомобилистов, дом 1, для вас работает автосервис и магазин запасных частей «Тягач». Мы производим ремонт отечественных и импортных грузовых автомобилей любой сложности и всех видов. Подробности по телефону 50-48-07-20-52-32. Мы ждем вас. Желаю вам ровных дорог и ни гвоздя, ни жезла.
физлица на бизнес-карту. Важно, что в интернет-банке Сбербизнес есть возможность выставить лимиты по переводам для сотрудников, а также распечатать чек о совершенной операции. А потом еще одна и еще. Программа «Восточная шкатулка» с Алексеем Масловым. Каждый вторник после 21 часа на радио «Вести ФМ». В Москве 10:30. Ограничение 60. Студия с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Москве запустили бесплатный экспресс-тестирование на коронавирус. Пройти его можно в 10 многофункциональных центрах и 10 общественных местах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Такие пункты открыты и нескольких торговых центрах. Результат будет готов за 15 минут. Если тест окажется положительным, человека тут же бесплатно возьмут. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. Активно, и демонтизация Сиона Союза, и американцы.
бумажкой. Вот, и загрузом технологии. Вот, вроде как вопрос так и стоял. А с юридической установкой. Но в тот момент, что надо... Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Конечно, это создавать. Вкладываем. А
наркомана в последнее время намазала только запасу. И хлопцы начали разбегаться кто куда. Это очень точно. Спасибо, Александр, за точный и уместный юмор здесь. Да, извините. Да. И даже музыка. Да. Поэтому, понимаешь, как, по большому счету, ну, вот как у нас, в Союзе, был год такой, который прошел так называемый парад суверенитета. Суверенитеты были объявлены раньше, чем распал ДПК. Да, на год, на два, да. Да, и это воспринималось как некоторое формальное. Ну, просто... А оказалось, что нет, никакая это не формальность. Это и есть реальное содержание этого процесса политического. Вот. И что когда база суверенитета сформировалась, оказалось, что можно распустить предшествующую форму, а именно Советский Союз. Ну так и мы наблюдаем сейчас, по большому счету, да, фактически парад суверенитета, потому что так и не надо провозглашать особо, что мы выходим из Европейского Союза. Можно просто перестать выполнять его требования. Регламенты, я бы сказал. Регламенты, политические требования. Просто перестать и сделать вид, что такая, что ну, ладно, все нормально, мы же откуда не выходим. Вот это очень любопытная ситуация. При этом Брежка, ну, давай еще один вопрос, обсудим, прежде чем шире посмотрим, уже не только по поводу Польши. Ну, Польша добилась особого качества своего общества и государства. Это моногосударство. Моноэтническое. Ну, вот, хотела она империю она сформировать не смогла. Вот, в результате у нее остался имперский комплекс. А мы моря до моря побили против. Но вместо империи они сформировали жесточайшее этническое национальное единство. Этническое, то есть.